Вот, ребятки, вот такая вот неприятность. Анциструс выкинул икру из гнезда. Сейчас попробую закинуть обратно. Вот, вот такое вот бывает. Сейчас попробую. Не знаю, что из этого получится. Но сейчас как-то буду пробовать. Либо икры слишком много, ну вот вроде бы закинул я икру, либо икры слишком много, хотя... Ну их там, ну не знаю, ребят, там вроде бы и самка до сих пор сидит. Да, там и самец, и самка. Ну, посмотрим. Посмотрим, что из этого будет. Сейчас я подниму кувшинчик. Да, здесь и самочка, и самец. Это хорошо, что я просто заметил эту икру, ребят. А так бы ее улитки съели. Ну, не знаю, вряд ли что-то будет, потому что уж очень давно, ребята, нереста не было. Ну, такое я вижу первый раз, чтобы самец анциструса и самочка выкидывали икру из гнезда. Это реально, вот, у меня не было такого. Ни разу у меня такого не было. Так, чтобы конкретно выбрасывали икру. Может, у кого-то и было, но мне никогда такого не попадалось. У меня всегда икра была в этой амфоре. Не знаю, почему так могло у них произойти. И это меня беспокоит, если честно говоря. Но хотя, с другой стороны, ребята, мы увидели, что все-таки нерест был. Вот, кстати, еще я увидел икру. Вот я еще увидел икру, ребята. Смотрите, где. Видите, под листиком. Вот. И что-то с ней не то с этой икрой. Попробую, что ли, оплодотворить ее прямо в этом, в контейнере. Да ё-моё. Ребят, эта икорка, она по всему. Она по всему аквариуму. Они ее тупо всю вытолкнули.
Ну, что-то с икринок он вроде бы спасли. Сейчас еще посмотрю, здесь хорошо. Да вроде бы все убрали в четырех местах. Вроде бы убрали. Теперь вторая проблема, я гупешей сюда в контейнер закинул. Теперь надо этих гупях отсюда убрать. Что ж за тупая рыбина такая, ну? Посмотрим, может что-то и получится, ребят. Все, и корочку вот мы пересадили, то что нашли. Посмотрим, что будет. Сейчас метелиночки чуть добавлю, хотя даже добавлять не буду. На этом все, ребяточки. Всем спасибо и до завтра.